О, Котовасик, ты-то мне и нужен. А ну-ка, всоси-ка свою душу. Всасывай. Котовасик. О, Кирилл. А. Привет. О, привет. Привет. О, привет. Что мы тут делаем? Да, сейчас, подожди. Тут одна штучка произошла, да? Какая штучка? Да, нормальная. Какая штучка? А? Какая штучка? Рассказывай. Да, нормальная. Слушай, ты что последнее помнишь у себя вот это в жизни? Я помню, как я спокойно стоял на складе. Так. Потом слышал шаги. И... темнота. Так, ну короче, слушай, у тебя высосали душу? Ура, меня отсосали! Ой. Да. Так я ее тебе как бы вернул, да? Котовасик, прошло тут, ну так сказать, достаточно много времени, да? С момента того, как, ну вот как я стал вот тем, кем я есть, да? И сейчас да. Времена тяжелые, мне нужно, ну так сказать, стать обратно железным бастионом. Слушай, я тебе могу сказать, что я не знаю, что со мной было, если меня высосали душу, то я вот это, похоже, находился в какой-то коме, я не слышал ничего, что происходит вот здесь изнутри, но мог думать, я придумал, как сделать тебя человеком, у меня орёт кот. Да, это у тебя вырывается настоящая... твой голос. Да, это маска ломается, пойдем быстрее. Пойдем. Маска ломается, побежали. Ой, так, капец. Я одену броню, а то у нас эти. Да, нормально, а у меня... Вот, кстати... здесь есть машина, побежали. О, смотри, машина, ё-моё, ничего себе. Машина, ё-моё. А, слушайте, ну, только есть одна проблема. А, какая? Я слышал, у вас присутствуют какие-то элементы. И да. Я слышал, что у вас... и они присутствуют прямо в вас. Угу. Вот только дело в том, что я боюсь, что если мы вернем вас в нормальное состояние... Угу. Быстрее элементы... говори, блядь! Да умрут они, все, смерть! В смысле? Ну не будет их, все. В смысле? Ну вот так. Единственный способ сейчас тебя вернуть, угу. Это отправить тебя... прошлое, когда ты был бастионом. Так. А Шрека тебя отправить... в смысле бастиона отправить сюда. Вы поменяетесь телами, но разум останется прежним. Но в теле-то у вас элементусы. Поэтому нам сейчас нужно придумать, как вот это... из вас взять реально элементы. Я предлагаю вот что сделать. Значит, если мы отправляем в прошлом не было таких вот замесов, да? Поэтому я записываю видео в филе, вот, или как-нибудь, да, о том, что эти частицы я потом верну этому человеку, который как бы получит... Я в прошлом получу эти частицы, я ему потом обратно в портал их закину, понимаешь? Вот. Чтоб он там, ну, не охренел совсем, потому что он... Так вы поменяетесь телами. Так. Ну... Так. Так в теле Шрека вашем. Так. Сколько у вас элементов на данный момент? У меня сейчас 2, и я ему еще закину еще 3, потом в портал. И у Шрека будет все 5. Так, да. А у вас ни одного. Почему? Потому. Не понял. Ну, вот так. А. Пойдем в лабу. Подожди, то есть ты из меня сейчас опять достанешь эти элементы, да? Да я дело в том, что не владею информацией, как достать эти элементы. Сейчас, так. Подожди, надо найти мою базу. Так, и что ты предлагаешь? Так, я предлагаю вылезти отсюда. Угу. Ой, извиняюсь. Заберите воду, все. Угу. Вот, и что, я предлагаю вот это реально найти мою базу для начала. Круто. Круто. А кто но... ее снес? Я не знаю, у меня взрыв... О, нашел. Так, красиво. Взрыв реактора произошел. Ага. Вот. Пойдемте. Пойдемте.
Да, у вас тут что-то пойдемте довольно бабок. Плохо дела идут. Да, тут лиса все очень плохо. Лиса сбежала какая-то. Да, реально. Так. Смотрите, тут даже лампочка не прогружается. Красиво. Слушайте, ну в общем, есть такое предположение, ага. Вот это, да, что мы вас посадим вот в эту машину времени, так. И ваше тело отправим туда, а его туда, сюда. Да. А разум переместим. Ну, а разум переместится, да. То есть мы тебе вернем твое тело, а у Челика из прошлого будет тело Шрека. Так, и мне вернется тело со всеми моими элементами, так? Нет? Нет. Тогда что мы будем делать с элементами? Ну, чисто теоретически я могу попробовать синтезировать элементы. Давай, ну, так сказать, может быть, домашних кустарных. Может... Подождите, что есть частица вас? Какую частицу себя вы можете назвать неотъемлемой частью себя? Ну, у меня там были высосаны всякие частицы бомбежа, харизмы. Из красоты. Чего я могу синтезировать непосредственно мужское, непосредственно ваши элементы? Из, ну, они были заключены в тотемах бессмертия, в принципе. То есть, если мы, у нас будет два тотема бессмертия, мы, вы из меня высосете и переселите их в тотемы бессмертия. Потому что, видимо, тотем бессмертия вот это заключает в себе жизнь. И вот в эту жизнь мы вкачаем мой элемент. Ну, в принципе, логично. Так, то есть, но мне это надо вытащить два тотема бессмертия? Это займет время. Какое? Ну, такое. Вы меня просите прямо сейчас вас сделать железным бастионом или не прямо сейчас? Желательно, конечно, прямо сейчас. Ну так раздевайтесь. Я не понимаю, о чем вы говорите. То есть, ну сейчас мы посмотрим на ваше тело и поймем, что мы из вас можем синтезировать. У меня вот жопа вываливается. Подожди, что у тебя на ноге? Что? Ну-ка присядь. У меня там какая-то бородавка. Слушайте, мне кажется, мы да, из этой бородавки. Была. Мы можем, мне кажется, из этой бородавки синтезировать ваши элементы. Так. И как? Но не факт, что это получится. Да не нормально, факт, что но это надо получится. Рисковать, ё-моё. Так, пройдемте. Угу. Сейчас будем проводить вам реальную операцию по обрезанию реальной папилломы. Так. Присаживайтесь на стол. Так, хорошо. Есть. Так, сейчас мне нужно будет вставить голову между ваших ног и аккуратно данным прибором отчекрыжить вашу бородавку. Вы думаете, так, в ней заключаются мои элементы, что ли? Я не знаю, но, возможно, я из нее смогу синтезировать элементы. Из маленького кусочка, у вас же во всем теле. Так. Типа этот. Да. Ну да. Вот, а бородавку не жалко. Правильно? Так, хорошо, хорошо. Ну все. Сейчас тогда я вот это. Ай! Достал. Ничего себе. Посмотрите, посмотрите. Так, ну да, действительно, бородавка. Ну посмотрите, возьмите. Ну то есть, смотрю. Ну вот, борода. Это ваша бородавка. Вы ее там, наверное, никогда не видели, вам пузо мешает. Бородав, очка, ну да, получается. Ну да, получается. Ну да, получается. Ну все, пойдемте в прошлое отправлять. Так, вы уверены? Сейчас я... И потом я из этого синтезирую тебе элементы. Просто ко мне прибеги через недельку, и я тебе верну элементы. Подожди, что, я буду без элементов неделю целую? Если хочешь, можешь остаться с человеком с элементами. Ладно. Залазь в машину, получи результат. И твоя мечта так, осуществится. А как мне залезть? Там вагина, бля. Сейчас, подождите, дверь открою. Так. Заходите. Так. Так. Угу. Ну, давайте, отправляйте. Подождите, а как вы разум мой оставите, сэр? Так разум ваш останется здесь и так. Вы телами-то поменяетесь? Ну, ладно. Вы просто телами поменяетесь, а не разумом. Все, я вас понял. Хорошо. Итак, приготовьтесь. Сейчас вы пойдете через пространство. Так. Пространственные звуки, пожалуйста. Так. И что там? Фух, выпускай меня, ну что, слушай, работает? Походу получилось. Погоди, сейчас подожди, дверь открою. Ну-ка. А ну, смотри. Ага. Получилось? Ничего себе!
Так. Удивительно, я не думал, что это работает. В смысле не думал? Опять? Так. Ну. Слушай, только есть теперь проблемка. Ты какой-то реально не харизматичный молодой человек стал. Я, у меня... Так, подожди. Сейчас, секунду. Неужели я вернулся, реально? О, смотри, я не Шрек! Ничего как себе. Теперь у нас что? Возникла новая проблема. Какая? Для того, чтобы пользоваться моими способностями, мне надо... Ну, я не могу вырабатывать бомбеж. Элемент бомбежа у меня был куплен. А мой экзоскелет, он не работает без бомбежа. Мне нужно синтезировать еще и бомбеж, понимаете? Ну подожди, давай я попробую синтезировать бомбеж прямо сейчас. Давай. Что пошли ты? На тест. Пошли на тест. Не получается, я понял, что ты хочешь сделать, но не получается. Фу на тебя! Ну, блин, чем я могу мне нужно, помочь? Мне нужны какие-то зарядные блоки бомбежа для моего... для нагрудника моего. Чтоб я мог пользоваться силами. Потому что этот костюм, он, ну, бесполезен, понимаете? Слушайте, ну у меня есть еще один вариант. Так. Мы можем пригнать сюда второго железного бастиона. Так. Позвать Скулбоя, чтобы он у него высосал элемент бомбежа, отдать его вам, а того отправить обратно. Нет, без бомбежа то он нам все равно ничего не сделает. Это какая-то хрень какая-то. Я реально тогда буду испоганю все параллельные вселенные. Нам нужна жижа бомбежа, понимаете? Хм. То есть вам жижа. Нужно взять мой нагрудник. Бомбежижа? Бомбежижа, да, нужна бомбежижа. Так это вы вейпер, а не я. Это к вам надо обращаться. То есть, понимаете, вот смотрите, я хочу вам продемонстрировать, да? Вот видите, у меня вот этот реактор. Он конденсирует бомбеж вот у меня на груди. И превращает его в энергию. Вот мне нужна энергия. Вот из этого, вот, чтобы был... Вам нужен альтернативный источник энергии. Да. Да батарейки, Дюрасел, купи в киоске, дурачок. Действительно. Ну, нормально тогда что? Ну все. Ну все? Ну, а ты я мне когда вернешь мои кусочки? Я не знаю, я буду стараться синтезировать вот это кусочки как можно быстрее, да. Вот. Завтра? Также постараюсь вам... Нет. Также постараюсь вам сделать какую-то альтернативную энергию, потому что дюрасела к вам хватит на 15 минут максимум, да? Вот-вот, мне надо чуть подольше, чтобы я мог какие-то бои вести. Вам надо что-то покруче. Вот, чтобы вы могли реально сражаться. Да. Синтезирую я вам элементы КТТС, только так сразу. И у меня есть еще одна вещь к вам. О. Дело в том, что эту лабораторию обнаружила бездна. Так. Я не рассказывала вам про бездну? Нет. Нет. Когда я путешествовал по мирам, помните, еще в моей старой-старой лаборатории, которая была вместо этой, я попал в некую станцию метро. То есть в некий разрыв между всеми вселенными. Так. Мог между ними перемещаться. Так. Так вот, когда, типа, ты из одной вселенной заходишь в другую вселенную, ты с собой перетаскиваешь частицу бездны. Так. И потом она может разрушить вселенную. И бездне это не нравится. Ну и бездна... нахуй я это услышал. Так все. Что? Ну все, это лаборатория, она все взорвется. А, ну нормально. Ну пока. Ну. Так. Есть шанс, что я не смогу синтезировать эти твои вот эти. Это Васик, я пока кроме тебя никому не могу доверять, понимаешь? Ладно, я постараюсь. Я обнадежу все твои силы и сделаю так, чтобы ты ни при каких обстоятельствах не кикнул меня из города. Все, да, ну давай тогда, пока. Ну, спасибо давай. За то, что меня сделал обратно человеком. Пока, Киш, зеленым ты мне нравился больше, кстати. Ага, другим нет зато. Как выйти отсюда? О, ну так. Ну все, пока, да. Блин, Котоватик, спасибо. Хорошая вселенная 1.14.4. А, ну давайте, до свидания.